С Ярославлем и с мэром получилась такая интересная ситуация. Они с нами связывались долгое время и мне писали, ну давайте, говорит, активно выступать, говорит, совместно, поезжайте в Ярославль, мы здесь победили сокрушительно Единую Россию, мы это самое, развернем здесь большую кампанию, мы хотим, чтобы националисты, вы лично включались в это действие. Вы знаете, последняя моя фраза была, которую я вам написал, ну хорошо, вы замечательно все сделали, ждем, когда вашего мэра посадят. Когда вышли эти новости о том, что его задержали, я специально посмотрел переписку, это было за 2 дня до его ареста. То есть, в принципе, спрогнозировать, кто у нас станет коррупционером и негодяем, у нас в России очень просто. Те, кто побеждает на выборах Единую Россию, те, кто выступает против власти или имеет отличное мнение от Кремля. Это воры, коррупционеры и жулики, которых Следственный комитет непременно разоблачит, вас будет уголовное дело и самый честный суд накажет. Надеюсь, пожизненно, и расстреляет потом.